Привет, друзья! Дагестанский завод концерн КМЗ официально представил новый двухдвигательный многоцелевой самолет Альфа-КМ. Самолет является значительно улучшенной версией самолета МАИ-411. К примеру, за счет применения композитов самолет Альфа-КМ оказался на 250 кг легче предшественника. Российский самолет Альфа-КМ – это аналог европейских самолетов CS-23 и американских FAR-23. Спрос на малую авиацию растет, и выпуск его сейчас особенно актуален. Самолет предназначен для авиаперевозок, авиатуризма, патрулирования и прочего использования в малой авиации. Самолет изготовлен из российских комплектующих. Ранее сообщалось, что используется австрийский двигатель Rotax 912S. Какой сейчас, нет данных. В случае отказа двигателей, самолет имеет парашютную и спасательную систему. Приобрести дагестанские самолеты уже намерены компании Малайзии, Индии и Турции. Максимальная взлетная масса самолета 1250 кг. Он способен перевозить 4 человек на дальность до 1500 км, с крейсерской скоростью до 250 км в час, при высоте полета до 3000 метров. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.